Здравствуйте, дорогие наши любимые подписчики! Мы с Кузей едем на очередной прием в ветклинику. Кузе эти все поездки очень сильно уже надоели. Ну а что с этим поделать? Надо, значит надо. Вот наш доктор. Здравствуйте. Привет, Кузя. Привет. Сейчас мы ехали, он что-то кричал очень сильно, где-то чем-то зацепился. Может, коготочком или еще что-то. Пойдем, Кузя, пойдем. Он боится. Он мне сейчас, когда его хотел сюда сажать, он убежал под кровать. Пришлось его оттуда вот пакетиком корма выманивать. У него позавчера, по-моему, аппетит не такой хороший был. Может, из-за того, что он дома сидит часто. Нет, не без ложки. Подожди, не беги никуда. Сегодня я ему ничего не делал пока. Угу. Поспал немного. А то мне всю ночь мучил. Приходилось его в теплицу, в туалет выносить, заносить. Он, мне кажется, капризничал. Вчера я чистил целый день, вот эти все дни. Много грязь? Ну, в принципе, за целый день, я думаю, немного было. Но из меня тоже чистильщик не очень-то. Вроде чищу глубже туда, ну, не знаю как. Я сейчас боялся, что он ушком зацепился. Оказывается, смотрю, вроде нет. Швы снимать. Пора, да? Ну, сейчас будем. Будем сейчас швы снимать, мой хороший. Подожди, не убегай. Бочка, зайчик маленький, лапки сложил. Вот сколько швов сняли. Сколько ниток, узелков. Воротнике нужно будет еще дня три походить. Угу. Как он его не любит, этот воротник. Ну, пока вот этот вот не зарастет, кончик. Угу. Только самое проблемное место на нас уже. Он только хрящ, ткани нету. Он уже переноску видит, бегом прятаться. Я когда его обрабатываю, заметил вот в этом месте, угу. Вот внизу, вот здесь вот, очень какой-то мешочек, или мне так показалось. Вот это? Не, ниже, вот здесь вот. Вот он. Вот он. Так должно быть? Да, не страшно. Угу. Тут на самом деле тоже есть. Да? Ну я вроде смотрел, не знаю. Ну, не понял, как шарик. Это жир, конечно. Это жир?
Я думал, может, мало ли какое-нибудь скопление ненужное. Ну, наверное, может, вот такой припухло будет. Лишь бы живой был бы, лишь бы поправился. Он мохнатенький, может быть, зарастет, не так сильно заметно будет. Нужно будет капнуть каплю на полку ему. Капля называется адвокат. Вот так вот шерсть раздвинуть между лопатки и капнуть на кожу. Это от паразитов, чтобы в дальнейшем не было таких проблем. Ага, понятно. А с чем это связано? Вот это из-за уха или что это? Это связано... Почему травма была? Не-не-не, травма это ладно, это понятно. Я в том плане капли, что за паразиты? Они на... Это могут быть чесоточные клещи, подкожные, аутодриптоз, мотофоз. Это как профилактика или... Профилактика. А, все понятно. Я просто думал, мало ли что-то нашли в нем. Нет, ничего. Все понятно. Он же у вас гуляет, правильно? Уже нет. Ну, будет. Будет. Ну, поясняю, чтобы гулять, чтобы не было болячек у него, поэтому нужно попадать. Фузя, будешь гулять? Конечно, будет. Дальнейшие наши действия какие? Носить воротник 3 дня, обрабатывать тоже 3 дня, и все. Антибиотики, все? Антибиотики мы сейчас уходим. Ну и все тогда. Спасибо. Поздравляю. Вот на такой приятной нотке закончилась наша поездка. Будем продолжать лечиться уже дома. Хотелось бы очень сильно поблагодарить тех добрых людей, которые очень сильно переживают за Кузю. И хотелось бы еще поблагодарить отдельно тех добрых людей, которые помогают финансово. Спасибо вам за то, что вы есть на белом свете. Добрые люди. Всем удачи и добра.